Всем доброе утро, ребята! Смотрите, где мы? На море. Мы приехали купаться, загорать. Вода чистая, теплая. Ну, я не знаю еще насчет себя, как я буду или нет. Ну, Сашка зимой точно покупается, посмотрите. Это просто слеза. Я вам каждый раз стараюсь показать и передать, какая же чистая водичка. Она еще теплая безумно. Ну, градусов, наверное, 26-27. Сегодня небольшие волны. Ну, не совсем-совсем небольшие. Пришли уже на свой затончик. И тут, как вы видите, волн по минимуму. В основном они немножко подальше. Ух ты! Я пока разговаривала, Дима уже палатку собрал. Вот это мастер. Уже все, закрытыми глазами. Нам надо видео снять. Нас спросили, как собирать эту палатку. Давай. Потому что многие заказали. Мы тоже впервой мучились. А теперь... Нет, мы мучились только со складыванием. Со складыванием, да. А разбирать по первоначальности. А разбирать. Потом все как-то так на автоматизме уже пошло. Люди ходят, ищут ракушечки. Дима тоже хочет тропанчика найти, потому что собирается на рыбалку. Многие из вас спрашивают, где мы купаемся. Вот смотрите, вот это вот Технополис Эра. Один, два, там еще. Ну, вон большой достаточно. А вон Эллада с зонтиками. Вот вы, там дорожка есть такая, с Пионерского проспекта. Вот так вот проходите по этой дорожке асфальтированной, заворачиваете, проходите немножко Элладу, и вот выходите на пляж. И вот здесь вот можно купаться. Здесь немного людей, море чистое, и наш любимый намытый затончик. Хотя мы разговаривали вот с подписчиками, встречались они здесь уже не первый год, купаются. Они говорят, что в прошлом году такого не было. Это вот в этом году вот так вот волнами намыло. Не могу ничего сказать, потому что мы первый раз это место обнаружили, первый год. Думаю, что будем теперь постоянно сюда ходить и на следующий год. И, ну, тут удобно очень. Вот. Поэтому посмотрим, что будет на следующий год. Сашка не хочет на рукавники одевать, потому что волны. Ну, они тут не очень сильные. Что делать еще на пляже, как развлекаться? В прошлый раз мы говорили, что можно устроить прыжки в длину. Дима тут расчертил. Ну, естественно, тут без метража. Так можно попрыгать и просто что-то какую-то за отметку делать или ракушку класть, не знаю. О, что такой маленький прыжок. И пух! Ага, отлично. И опа! О, все! Где руки, там все. У меня пятки. Вот Славик тут своими пятками. А вот твои руки. Ну, это я упала. А это руки, все. Так у них считается. А вот тут у нас Ленуська. Ну вот, это Сашка, Сашкина, Ленуськина и моя. Давай, разгон. И опа, ух ты, ты перепрыгнула мамочку. Так. Ленуся взяла огромный-огромный разгон. И... Пультых! Вот. А все равно меня не перепрыгнула. Вот моя. По рукам мне мерил в прошлый раз. Вот мои руки. Нет, а меряется назад. Да. А не вперед. Сашка берет большой разгон. Давай. Да, бери большущий разгон. Сашка уходит в горизонт. Ее уже не видно. На старт, внимание, марш! Вперед! Быстрее, 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 прыг! Молодец! Рановато прыгнула, но ничего, отлично получилось. Давайте вместе с мамой, за руку! А, ну ладно. Вперед! И опа! Молодцы! Сашка себя перепрыгнула, о, Ленуся перепрыгнула меня. Да?
Давай, ну я сейчас сигану в палатку. О! Все? А, первый. Все. Да. Практически в палатку. Я практически все перепрыгнул. Сашке понравилось это занятие. О, ну село все. Он присосался к этой штуке. Смотрите, Дима нашел рапанчик. Он к ведру уже присосался. А может, с ведром поедем? Ну, он отстанет, наверное. Нет, просто он... Большой он. Но он уже прилип, я не буду его трогать. Пусть он там плавает. Да? Это для рыбалки Дима взял. Пойдет завтра рыбачить. Может, не завтра. Ну ж, куда этот рапан-то денется тогда? Сегодня хорошая прям водичка, чистенькая. Да, очень хорошо, комфортно. И людей вообще никого нет, посмотрите, да? Ну что это? 2-3 человека в море. Иди, Дим, иди. Я сейчас маску одену, еще поищу. Ой, какая лепота, красота! Что-то сегодня как-то немного народу на нашем пляже, да? Но скатов много, действительно. Потому что я когда за этим гнался, люди увидели скаты, такие говорят, о, тут 3 ската. Я иду такой и чуть не наступил на него. Но надо я не знаю, аккуратным. Они двух видов здесь есть, поэтому неизвестно, какой это был. Лучше не проверять. Да, лучше не проверять. Поэтому я его посниму, и все. И мы разошлись. И мы разошлись мы красиво. Мы уходим, оделись, собрались. Сашке распустила волосы, потому что ее там волной накрыло. Теперь голова мокрая, сейчас чуть-чуть подсушится. Потому что опять сейчас начнется. В машине включим кондиционер, голова мокрая. Поэтому чуть-чуть пройдется по пляжу. Может быть, подсохнут волосы. Вода, конечно, шикарная. Покупались замечательно. Погода сегодня очень жаркая. Сейчас, наверное, градусов 35, это утром. Днем, я думаю, будет еще жарче. И все равно очень здорово. В августе прям вода такая вот шикарная. Песок, песок, а потом в каком-то месте столько ракушек, и по ним очень больно ходить, потому что они расколотые. В воде еще ничего, а когда на суше, когда они лежат, неприятно. Мы уже приближаемся к Джаметинскому проезду, будем там проходить. Смотрите, уже людей заметно сразу подприбавилось. Они плавают банан.
Точнее, там дельфин даже какой-то с хвостиком. На таблетке там летали. Мы с Димой смотрели видео в Ютубе, как на таблетке они плавают. Видимо, там пишут их на GoPro, записывают на экшн-камеру какой-то. Это так смешно. Они там прыгают. Кто-то там без сознания, кто-то просто в эту таблетку из последних сил цепляется, чтобы не вывалиться. А поначалу-то, когда садятся, просят, да меня там порещи, да чтобы вообще какие-то супер впечатления были, да я не боюсь. А потом начинается. Вы не слышали, что я вам кричала, остановите? Ой, это не знаю, это так смешно. Детей и куличики. И что-то выкапывают, и в бассейне купаются. И когда приезжали в отель, уже отдыхали, мы тоже в Сашульке покупали бассейн надувной, набирали воду, она там грелась. Но что-то он как-то у нас не очень хорошо пошел, она там не купалась. Все равно ей нравилось море, ножки мочить, бегать туда-сюда. Она, конечно, глубоко не забегала, потому что она боится и боялась. И сейчас она только вот первый год, я прям удивляюсь, что вот так вот у нас происходит. Что боязнь такая уже исчезает. А раньше нет. Вот по щиколотку заходила и все. Ну, убегала вот так вот. Маленькая была, боялась. Либо за ручку. Вот, так что не знаю. Может быть, кому-то подходит эти бассейны. Нам он не очень подошел. Смотрите, все ближе и ближе. И больше людей. Прям как на центральном пляже, которым я вчера снимала. Да. Я говорю, прям как на центральном пляже, в котором мы вчера были. Не, мне кажется, на центральном пляже было побольше. Тут хотя бы места вон есть где лечь. Там не было вообще мест, ребят. Вообще. Ну, вы видели. Ну, видимо, это август. Ладно, вот люди, которые лежат на лежаках, они-то, в общем-то, к отелю привязаны. Но те, которые, вот, например, расстилаются с полотенцами, приходят, почему они, ну, подальше не уходят? Или они не знают, что там есть такой дикий пляж, где никого нет? Вот представляете? Ну, вы видели сами, откуда мы ушли, там вообще никого не было. Ну, по сравнению с этим, конечно, количеством. Ну что, одеваем шлепочки. То тут сейчас будет горячий-горячий песок. Надули горку водную, но там только один мальчик катается. Нет, вот девчонка еще. Вот так вот все. Тут тоже что-то еще дополнительное поставили, или они были. Я помню, что вот эти прыжки были, а вот это вот что-то как-то я не помню, чтобы это... Вот тут этот был. О, начинаешь отдаляться от моря и чувствуешь, как тут печет. Сейчас я тебе дам, у нас косыночка еще есть, вот волосики у тебя мокрые. Сейчас, давай дойдем и косынку оденем. Есть еще косынка у нас, панамки у Сашки. Попить. Я понимаю тебя, я тоже бы сейчас попила хорошенько. Там набирают. На бананы. Смотрите, есть такие, которые идут на пляж. Ой, по мне так сейчас самое такое пекло начинается. Очень-очень жарко. С косыночкой так-то лучше. Волосики тут развиваются, высыхают. Да. Как после Сахары, да, пустыни? Тенечка нашли от торговых рядов. Ребята, у нас вечерняя прогулка. Что-то у меня как-то чехольчик тут слетел. Пошли гулять. И решили зайти в Ростикс. Я Диме говорю, а что мы пойдем в Ростикс, давай зайдем в Бургер Кинг. Кто-то мне советовал сходить в Бургер Кинг. Мы ни разу там не были. Представляете, вот сколько он уже в России существует, ну, достаточно долгое время, и мы ни разу там не были. В общем, говорят, вроде на Макдональдс там булочки похожи. Ну, посмотрим, сходим, купим. Но мы там кушать не будем, мы с собой, да, возьмем и покушаем дома, поужинаем. Вот, а сейчас мы просто погуляем. Видели, кстати, ската, которого Дима записал. Это просто вообще нечто. Я, конечно, в шоке. Он за ним охотился.
Я смотрю, Дима по всему там, значит, со стороны это выглядело так. Дима, значит, вот так вот стоит на ногах, значит, опущена у него голова, то есть он там не нырял, а просто вот он стоял из камеры и по всему вот этому, да, там вот этот аппендикс, и он его кругом носился. Я думаю, ну нашел, значит, я сразу поняла, что дошел ската. Вообще классные кадры получились, вообще даже не ожидала. Видели, какой длинный хвост? Я видела, но вот я вам тогда рассказывала, сколько-то это видео назад, но не такой у меня был. Этот какой-то, конечно, поменьше, мне как-то, у меня он был пошире, и то ли у него хвост в песке был закопан, я не вот знаю, я как-то видел. Вот... И он какой-то у него более темнее, у меня какой-то он был, знаете, такого асфальтного цвета. В общем, Дима там разговорился, еще там купающиеся были, они сказали, что еще там есть скаты, то есть это не один скат. Да, они там было несколько, да. Вот, поэтому, в общем, кто плавает, будьте осторожны. Видели, да, хвостище у него? Да, вот это вот. Главное не уступить на него. Да, хотя вроде кто-то мне там написал, что они как бы тут вот эти вот скаты, которые в Черном море, они вроде так, они, ну, безопасные, безобидные. Ну, не знаю, уж лучше не проверять. Хвостом, у него же шип на это. Угу. Но они вот двух видов. Но он наоборот, вот смотрите, Дима к нему, а он от него, то есть он, нет, убегает он так, от людей, да. Не боятся людей. Нет, не то, что он на тебя прям летел там, вот нет, он тебя увидел и летел тебя сразу. Они только могут атаковать в случае того, если ты ему уже угрозу такую сделаешь, что ему деваться, ну, понятно, некуда, да. Наступить на него, еще что-то. И глазки у них есть глазки. Я так рассмотрела, у них, я думала, они такие плоские, да, ну там чуть-чуть есть какая-то вот такая выпуклость у них. Нет, они прям глазастые такие. Ну, так интересно, такой вот подводный мир все-таки интересный, когда ты вот это вот, ну, так особо ты не видишь, только вот по телевизору можно что-то как-то так разглядеть, но это все равно не то, когда ты смотришь непосредственно туда вот прям окунулся и рассматриваешь. Сейчас чуть-чуть поправлюсь, тоже пойдем, пойду, наверное, на камни, рискну, я вообще на камнях никогда не купалась, я тоже хочу обязательно посмотреть, не знаю уж, насколько я буду нырять или не буду. Но хочу тоже с маской посмотреть рыбок, мне так интересно. Можно и вот, да, и кто-то писал там, вот, ну здорово там, ну кто-то не ныряет, кто-то не плавает. Я многим вот отвечала, старалась отвечать, вот, вы просто вот так вот одеваете, да, вот эти вот очки, ну любые, можно плавательные, можно какой-то, у Димы очки, просто вот так вот голову окунаете, вот это у вас будет сухое, да, вот лицо только вот в море окажется, и просто вот рассматриваете, стоите. Можно по пупок там зайти, можно там по грудь, там уж посмотрите так этот. И вот рассмотрите, будет очень интересно, я уверена, вам понравится. Особенно те, кто любит вот эти вот рыбки. И как в аквариуме, да? Да, там еще вот эти водоросли, камни. Мы снова пришли в детский мир. Съезжают, да. Это называется «Готовь сани летом». Выбираем подарки на Новый год Сашульке. То, что попросить у бабушки, у дедушек, сразу заранее. Сейчас мы ничего покупать не будем, но вот понравилась ей. А кабина вот такая открыла, игрушка. А кабина открыла. Вернись. Подержи, Сашулечка, чуть-чуть. Это мы когда-то смотрели. Дело в том, что там еще есть игрушка. Это как называется мультфильм-то? Это Кэтбой. Нет, это не Кэтбой. Кэтбой. Не спасатели как-то, а в масках как-то, спасатели в масках, что ли? Нет. А вот есть такая. Тут как-то что-то нажимается, тут что-то открывается. А вот эта штуковина двигается, и отсюда вот этот робот выезжает. Вот так. Тут вот все как-то уже все поменялось. Нет, так и есть. Вот еще такая есть. Как же этим фильм-то назывался? Герой в масках. А, герой в масках, вот. Я уж сама не помню. Раньше Щенячий патруль посмотрели. Смотрю, новые появились. Ну, у кого дети, то те меня поймут. Собачка какая-то, и тут написано Liberty. Так, ну чего я с ней стою-то? Держите, она тяжелая. Так. И еще кого-то я видела. Такого интересного, которого не видела. Тут какой-то котенок был. Может быть, уже взяли? Не знаю. Еще кошка какая-то, кошка-спасатель. Вот что значит, не смотрели уже полтора года мультфильм. Появились... Наверное, продолжение. Появились новые герои. Вот хотела кошку показать. Вот он, еще одна. Это вот рекер был. А кошку хотела показать. Вот смотрю, она. Кошки нет уже. Вот она, Либерти. Это Либерти. А была кошка вчера. А, кошка? Да. Вот здесь. Сейчас найдем. Да. Наверное, уже взяли. Нет, может, какой-то эксклюзив был. А, нет, подожди. А вот он еще новый. Поднову. Вот она. А, вот, смотрите, вот эта вот кошка. Спасатель, видите?
ребята, еще а, ну, может быть, кто-то не знает, но для тех, у кого дети есть, просто. Смотрите, еще вот. Котенок еще спасатель. Да, представляете, появился. А, вот, смотри, игрушки, Лен, смотрите, смотри, сколько стоят. 2 800. Это да. Просто, я не знаю, космос еще какой-то. Новые какие-то появились. Ну, это какие-то космические, это они же, только они в облике каких-то. Это, да. Вот такой тут автомобиль. Не знаю, 7999 стоит, в общем. А это вот паровозик. Паровозик я не знаю. Томас. Тоже симпатичный. Вот такие вот игрушки стали красиво делать. Недорогие ребята. Что-то как-то это дорого. Смотрите, машинка такая симпатичная. Дима, посмотри, вот тут Гарри Поттер нарисован и машинка какая симпатичная. Да, я уже Сашке показывал эту машину. Машина и... прикольная. Нет, я не видела ее. А еще из «Звездных войн» вот Йода. Ну вот смотрите, это вот для любителей Гарри Поттера. Тут даже волшебная палочка есть. Я не любитель Гарри Поттера. Я, наверное, единственный человек в мире, который его не смотрел вообще. Я знаю, что он есть. Ты-то что смотрела? Ты тоже не смотрела. В общем, с этой стороны один мультфильм, с этой стороны другой мультфильм. Вот это мне тоже нравится очень. Про драконов. Как все красиво. Просто все светится. А ты куда нашла это? Просто какие-то машины продаются. Очень шпатные, очень дорогие игрушки. Да, вот смотрите, даже это для детей, которые выпаются, да? Это маршал. Это гонщик. Гонщик, господи, я даже уже не помню. Ну, стоит как крыло самолета. На Красной площади на втором этаже можно покушать. Смотрите, сколько тут разных. Ну, конечно, все фастфуд. Сэндвич Subway, пицца, паста, вот Бургер Кинг, куда мы идем, матрешка, крошка, картошка. Это сейчас уже вечер, люди уже кушают. Вот, а мы сейчас посмотрим. Бургер Кинг идем, наверное, по компьютерам, потому что мы не знаем, что брать. И просто посмотрим, что тут есть. Давайте сделать заказ. Простите, это что? Авторизуйся и накопи короны. Ага. В пакете. Комбо. Ну, бургеры, да? Просто я не люблю вот эти вот здоровые, когда рот не открыт. Не открыть, я не знаю. Две котлеты. Куда мне это? Гранд-чиз. Вот сочно. Вот маленький, да? А, вот маленький. А, вот этот. Джуниор для детей. Ну, вот нормально еще. Ну вот еще тоже, ну, тоже много навалено. Вообще. Смотрите, тут три котлета. А вот гамбургер, да, вот то, что нам сказали. А вот чиз. Гамбургер, чиз. Вот это вот по-нашему. Лучше взять несколько вот таких, чем один здоровый. Да. Чизбургер либо гамбургер. Давайте чизбургер, вот он подороже, да? Чикен с курицей. С курицей. Шримролл, смотрите, практически правда то же самое, что и Макдональдс, тоже шримролл у них. Так, ну, возьмем вот эти. Ой, да, неправильно, вот, чизбургер, да? Выгода, видите, они даже сразу комбо предлагают, но комбо не нужно. Корзину. Видите, можно котлету добавить, тоже экстра сырные котлеты, твердый сыр, сыр, сыр. Не, нам не надо. Количество поставить. А мы сейчас поставим. Пропустить. Мы сейчас только повыбираем. Пропустить. Ой, сразу сколько нам на выбор тут предлагает. Вниз опять листать, там еще есть. Мама, купи. Сказали? Ждем. У нас P61, там на табло висит. С этой стороны тоже есть терминалы. Вкуснотища продается. Эклеры, десерты в стаканчиках. Просто уже покушать такое, знаете, как домашнее. И рыбка, и люля-кебаб, и мясо по-французски. Все аппетитно выглядит. Площади прохладно, кондиционеры работают. А здесь выходишь, и сразу чувствуется, знаете, вот какая-то вот жаркая такая влажность. Прямо говорю Диме, ну вот этот сразу юг.
когда ты, например, из Москвы уезжаешь, там с самолета выходишь из травы, вот это сразу жара. Вот сейчас вот именно такое состояние у меня было. Купили мы булочек, идем. Не стали там сидеть. Не знаю, хотя Сашка хотела там посидеть. Ну, во-первых, людей много. Все пришли с моря, все голодные, холодные, все кушать хотят. Я вот смотрю, Бургер Кинг больше популярностью у них тут. Чем остальные. Да, пользуются, чем остальные. Даже как-то там мне показалось побольше людей, чем в этом... Вроде в KFC, да. Поэтому, ну, не знаю, попробуем. Взяли такие вот небольшие булочки. Я говорю, не люблю большие, потому что, ну, не знаю. Мне лучше несколько, да, но поменьше с одной котлеты, чем вот этот. Он у тебя распадается в руках. Да, будет разлезать. Ты ешь, да, он тебе весь это вылезло, это развалилось. Да. Ладно, попробуем, будет очень интересно. Ладно, ребятки, будем на сегодня с вами тогда прощаться. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока, до скорой встречи.